самая громкая новость уходящей недели. В отношении двух замов начальника УФСИН региона возбуждено уголовное дело. История с превышением полномочий сотрудниками колонии номер 9 в Акбулаке получила продолжение. По результатам проверок еще одно уголовное дело возбудили в отношении заместителя и бывшего первого заместителя начальника УФСИН по Оренбургской области. Уже решается вопрос об избрании меры пресечения фигурантам. Так, по данным следствия, в период с января 16 по сентябрь 2017 годов подозреваемый путем дачи незаконных указаний должностным лицам ИК-9, превышая свои полномочия, изъяли из личного дела одного из заключенных материалы о том, что он однажды нарушил режим отбывания наказания. Ну и таким образом должностные лица пытались создать положительную характеристику заключенного и устранить препятствия к его переводу из колонии строгого режима в колонию поселения. Осужденного перевели в колонию с более мягким режимом содержания. Изучаются детали преступления. Расследование уголовного дела продолжается. Об этом сообщает региональный следственный комитет.